нас в Северском Донце значительно увеличились концентрации азота аммонийного, увеличились концентрации марганца, увеличились концентрации меди, цинка и хрома. А серы и железо, которые идут с группы первомайских уголь, уже ловят русские. В принципе, поскольку вы замеряете до того, как их сбрасывают. Да. Это мы можем говорить о увеличении концентрации этих загрязняющих веществ, скажем, в казенном и кривом торце. На них есть влияние как раз с шахт с оккупированной территории, в том числе с Горловки. А насколько эти цифры увеличены? Ну, я не могу точно сказать в среднем, но от и до, скажем, марганец увеличен от 30% в среднем и до 80%. Концентрации марганца повышены по сравнению с периодом до начала конфликта. О чем это говорит? Это говорит о каких-то системных изменениях в качестве поверхностных вод. Но чем вызваны эти изменения, к сожалению, без дополнительных исследований сказать сложно. Возможно, это изменение как раз и вызвано затоплением шахты, попаданием, скажем, шахтных, неочищенных шахтных вод сначала в подземные воды, а потом в поверхностные водные источники.